Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня мы откроем 15 разных сюрпризов. Весенний Kinder Maxi, Happy Box Человек-паук, новые серии Sweet Box, пушистики супергероя и Маша и Медведь, десерт Kissword, смешные обезьянки и многое другое. Будет интересно, если тоже так считаешь, ставь лайк. Поехали! И первым откроем Kinder Сюрприз Маша и Медведь 5 и другие игрушки. Попалась сборка. Серия аэромобилей. Всего в ней 4 тачки. Игрушка разборная с наклейками. Собралась вот такая тачка голубого цвета. Колеса у нее крутятся. Прикольный у нее дизайн. И она может трансформироваться. У нее опускаются крылья, и теперь это аэромобиль. Смотрится игрушка классно. Теперь откроем пакетик Marvel 500 от Hasbro. Это уже 10-я серия. В коллекции всего 24 супергероя. Многих из них я даже не знаю. Знаю вот Человека-паука, Ника Фьюри, Скорпиона, Доктора Стрэнджа, Человек-муравей, Сорвиголова. Классная коллекция для фанатов Marvel. Попался суперзлодей Крэвин. Человек-охотник. Он охотился на Человека-паука. Интересный у него наряд, как будто он надел на себя голову льва. Вот они глаза, грива. В руках он держит 2 кинжала. Игрушка пластиковая, сделана неплохо. Единственный небольшой скол тут. Думаю, фанатам комиксов должно понравиться. Шоколадный шар Чупа-Чупс Лунтик. Коллекция из 11 фигурок. Божья коровка Мила, подруга Лунтика. Одета в платье. Прикольно у нее прическа в виде усиков. Фигурка стоит на подставке. Пластиковая капсула Зуру Тролли. Всего в коллекции 6 игрушек. Прикольный девочка-тролль красного цвета с пышными оранжевыми волосами, собранными в хвостик. Ее, по-моему, зовут Диджей Звуки. На голове у нее большие наушники, в которых она слушает музыку. Это игрушка-брелок. Есть специальный карабин. Можно тролля куда-нибудь прицепить. Фигурка отличного качества, хорошо покрашена, очень яркая. Свитбокс пушистики супергероя. Вес коробочки 44 грамма. Внутри пакетик с мармеладом и пакетик с игрушкой. Классная лапка. Всего в этой коллекции 8 супергероев котят. Мне попался бегун Усейн. Его атрибут — повязка на голову. Суперсила — сверхскорость. Миссия — разработать план отступления. Шикарный котяра с очень крупными лапами, хвост трубой. Есть маленькие полосочки на лапах. Смотрится здорово. Фигурка бархатная. На голове у него красная повязка и серьезный взгляд. Обожаю котов. Киндер-сюрприз принцессы Дисней и другие игрушки. Попалась серийная. Всего в этой коллекции 8 игрушек. Жасмин танцует с Аладдином. Фигурки стоят на специальной подставке в виде волчка. Можно их кружить в танцы.
Игрушки пластиковые, сделаны неплохо. Довольно забавное исполнение у фигурок. Какое-то мультяшное. У Жасмин очень длинная коса, почти до пола. Коробочка Happy Box Монстрики. В коробочке у нас леденцовая карамель, есть вкладыш. Всего в коллекции 12 классных монстриков. На мой взгляд, очень красивая серия. Какой шикарный фиолетовый одноглазик, похож на дракончика. У него есть два крылышка и длинный хвост, который загибается на конце. Есть ножки и ручки. Белоснежная улыбка, реснички, сам монстрик бархатный. Сделан качественно. Шикарная коллекция. Из коробочек Happy Box Монстрики собрано уже 5 классных монстров. Осталось найти еще 7. Пакетик Гадкий Я, 9 серия от Mega Constructs. Прикольная коллекция миньонов. В серии есть один секретный миньон. Фигурка разборная. Классная фигурка. Миньон одет в розовый костюмчик, в черных перчатках и черных ботиночках. С гарнитурой. Хочет запустить самодельную белую ракету. Глаза у него на резиночке. Улыбочка на лице. Есть специальная подставка. Давайте пожелаем ему удачи в запуске. Из пакетиков Гадкий Я от Mega Constructs 9 серия у меня уже собрана половина коллекции. Киндер Сюрприз, Семейка Бегемотов и другие игрушки. Серия волчков. Довольно крупный волчок с большим количеством наклеек. Он может трансформироваться в животное. Вот такой какой-то зверь. Скорее всего, обезьяна. Коробочка крылатые поняшки. Песенка про пони. От Smiley Toys. Внутри у нас вот такая конфетка. Пони готовится к Европонии. Прикольная фигурка пони-барабанщицы с большим серебряным барабаном и двумя палочками. Только интересно, как она будет держать эти маленькие палочки. За спиной у нее два крылышка. Они резиновые, в блесках. Сама же поняшка флакированная. Смотрите, как красиво у поняшки заплетен хвост и грива. Замечательная фигурка. Из коробочек крылатые поняшки песенка про пони от Smiley Toys у меня уже собрана половина коллекции. Новая серия от цветбокса Маша и Медведь 2. Вес коробочки 60 грамм. В новой коллекции 8 игрушек по мотивам знаменитых историй мультсериала «Маша и Медведь». Мне попался Мишка из серии «Хит сезона». Мишка рок-музыкант. Брутальный медведь в черной кожаной безрукавке и с красной бас-гитарой. На голове у него красная повязка. Мишка флакированный. Стоит на подставке. Прикольная фигурка Мишки рок-звезды.
Молочный десерт Kids World. Funny Monkey, смешные обезьянки. И здесь у нас обезьянка играет в футбол. Наверное, коллекция специально к чемпионату мира по футболу. Сейчас мы это узнаем. Многие просят показывать десерт. Вот так вот он выглядит. А здесь у нас игрушка. Серия «Забавные обезьянки». Каждая обезьянка обладает какой-то профессией. И, кстати, здесь есть обезьянка по имени Алекс. Вот она. Алекс-доктор. Обезьянка-повар. Зовут его Джузеппе. В лапе он держит большую поварёшку, одет в поварский костюм, белую рубашку, белый колпак и красный платок на шее. И он что-то пробует, зажмурил один глаз. Пытается оценить, чего не хватает в блюде. Фигурка пластиковая, сделана качественно. Теперь откроем большую коробочку Happy Box «Человек-паук». Откроем мир супергероев. Шесть фигурок в коллекции. На первый взгляд серия прикольная. Человек-паук в разных исполнениях. Леденцовая карамель. Сама игрушка в пакетике. Какая необычная фигурка. Здесь Человек-паук в черном костюме летает между небоскребов на своей паутине. Игрушка очень крупная. Сделано качественно. Киндер-сюрприз супер-крошки и другие игрушки. Серия «Животные в лесу». Вот такая забавная игрушка. Два попугая, один желтый, один оранжевый, сидят на лианах в лесу. И у меня остался последний, самый крупный сюрприз. Киндер-сюрприз Макси, весенняя коллекция. На обложке изображена пчелка с горшочком меда. Сколько шоколада! А внутри огромная капсула. Пасхальная серия «Пчелки» состоит из 5 игрушек. Мне попалась королева пчел. У игрушки есть специальный рюкзачок, в который можно что-нибудь положить. А также здесь есть игра «Лабиринт». Помоги королеве пчел добраться до улья и избежать разных ловушек. Шикарная игрушка крупного размера, королева пчел. Крылышки у нее прозрачные, на голове корона тоже прозрачная. За спиной большой рюкзачок, который можно открыть. И что-нибудь в него положить. Фигурка пластиковая, сделана неплохо. Я думаю, полностью собранная коллекция будет красиво смотреться на полочке. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Кот Усейн, Миньон-ракетчик, Человек-паук, Одноглазый монстрик и Пчелка. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.